Вот она, Басёнышко, у Баси тихий час, Бася спит. У Баси кроватка, и в кроватке есть меховые такие, как простынки для Баси. Басёнка, давай вставай. В общем, Бася, когда ей холодно, она прячет нос под вот эту меховую простынку. Давай вставай, давай вставай. Васька рычит. Ага. Есть реакция. У меня есть реакция. Ну, Бося хорошая. Бося хорошая. Скажи, мама, мама, скажи, пришла и начала будить. На самом деле, Бася, на улице у нас при минусовой температуре всегда сидит на улице. Она в доме очень редко находится. А вот когда заходит домой, ложится спать и всегда прячет нос под вот эту вот простынку. Скажи, мама, я тут тебе сплю, а ты пришла меня разбудить. А? Басёнка. Басёнка. Грязная девчонка такая. Бася бегает во дворе. И местами грязная. Купать я ее сейчас не купаю, потому что Бася не любит купаться. Бася не любит купаться. Засыпает. Засыпает. Скажи, мама, иди. Занимайся своими делами. Все? Спокойной ночи? Басён, спокойной ночи? Все. Может быть, тебе носик укрыть или будешь рычать? Нет, не буду рисковать. Пусть спит так. Я только к ней приблизилась, она сразу глазки нащурила. Ну все, тогда спокойной ночи.